Всем привет! привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала! Step Family! Ой, Пашка, как обычно, не в настроении. Ну что, дорогие наши друзья, сегодня у нас вот такой стол. Сегодня у нас ужин, мы будем кушать. Давай, мама, с тебя начнем. Рис с овощами, я много не стала готовить. Ты что будешь, рис? Я не буду ничего вообще. Котлетки даже? Котлету одну мне и все. Одну. Ты что, на диету села? Вот мой ужин. Павлик, ты рис будешь? Я ничего не буду. А котлетку попробуешь хотя бы? Нет. Ладно, я тебе вот так вот положу. Но смотрите, есть не обязательно. Кто захочет, тот кушает рис. Кто да. не захочет, можно тот... Можно сама себе положить? Нет, на котлетку. Тот кушает просто овощи. Заберу, если не хочу. Почему? Ну, опять это лук. Кто? Это спаржевая фасоль. Это не лук. Лука нету. Рис не будешь? Да. Папа, одну ложечку. Бери огурец, я специально тебе шкурку снесла. Что-то много. Ну, я же не заставляю тебя есть все это. Не хочешь, не ешь. Котлеты у нас сегодня с индейки. Что там мама нам рассказывала? Котлеты с индейки у нас сегодня. В котлетах также риса немного. Смотрите, кто не хочет рис, берите вот овощи. Идеально. А можно мне кукурузу? Конечно, очень вкусная кукуруза, очень сладкая. У нас кукуруза сегодня, видите, и в рисе. Даша, будешь кукурузу? Так тут же есть кукуруза. Ладно, ну тут-то подожди. Смотри, папа, чеснок тебе вот держи. О, сейчас я возьму. Я вот папе и маме по чесночинке сегодня. Хватит или еще? Павлик, ты будешь сладкую кукурузу? А у меня лучок. Сладкую. Очень вкусная. А можно мне еще оливок, чтобы я потом не кинулся? Да, могу тебе лук еще съесть. Не, у меня чеснок пока есть, не хочу. Смотрите, я много овощей сегодня сделала, потому что я не хотела рис сегодня кушать. Я захотела вот мясо с овощами поесть. Поэтому я вот, видите, немного риса, подумала, что вы, наверное, будете. Так, оливки вам сюда поставлю. Да, кто захочет, тот возьмет. Да, особенно я дотянусь. Ну, ты не скажите, а там будешь? Нет, уже нет. Ой, на, что я понял. Добавить. Даша, тебе что подкинуть? Лук? Лук? Смотри, какой. Это у нас лук синий, этот фиолетовый. Синий-синий-иний, лег на провода. Очень сегодня вкусно, Пашульки. Шкурку я снесла. О-о-о! Я подумала о моем Пашульке. Сегодня тренер на брейкдансе похвалил Павлика. Сашулька ведь не ест, ребенок. Сказал, что Павлик очень старательный и очень хорошо занимается. Молодец. Последнее время. Вначале он баловался. Хорошо. Будешь такие трюки выписывать, что все будут удивляться. Будут думать. Там у него почти все в группе в шапках специально ходят. Ну это чтобы, так, для понтов. Чтобы лысина тут не было. Шапка нужна, когда они на голове. Но да. Они сейчас на еще никто не крутится. Когда крутится, нужна шапка. Да. Они там не крутятся, они на голове стоят. Ну тут они стоят. Они уже стоят на голове. Как начнешь, так и. А ты еще не стоишь? Тебе поломать потом? Они так вот головой и руками на пол. И-и-а-а. А он... Слушай, а ты хочешь шапку себе такую же? Как начнешь стоять, так у меня есть шапка. Зачем шапку, еще не есть шапка? Другая. А где я покупаю? Ну я спрошу. Задай вопрос. Да он там весь упреет. Ты что, он без шапки весь мокрый выходит? Что прикалываешь? Какая шапка ему? Скафандр. Давай к зиме купим. Шапка. Зимой в Анапу. Какие котлеты вкусные. Да. Зимой в Анапу? А что вы молчите, кстати? Как? Котлетки там. Из индейки Настя нам сегодня сделала. Вообще, мягкие такие, вкусные. Даже как котлетки. Вкусно. Пашучка, скушай оливочку. Дашучка, скушай оливочку. Кстати, она же Лёшка оливки любит, да? А я тут пока накрывала, он уже покушал оливки. Он кукурузу ест, на кукурузу подсел. Оливки ел, кукурузу ел. Кукурузу обожаю. Паша, скажи вкусно. О, кстати, я же забыла, дети мои. Как? Я же еще листики салата помыла. Спасибо. Оно что-то, правда, это, рвутся так хорошо. Берите, кому папа. На, зелень надо кушать. Давай тебе. Только у нас и зелень, вот тебе, и маленький. Овощи. Пашуля, маму порадуешь? Мама, тебе чмоки в обе щеки. Давай. Если не положено, то. Хорошо.
Да, он должен еще вот этот салат съесть. Но не все так просто. Я еще должна съесть, кроме оливок, чтобы мороженое получить. Как вкусно. Сколько оливок должна Даша съесть? Нет. Оливок? А оливки что? Они не полезны. Зачем оливки есть? Оливки не полезные? Ой, они же консервированные. Чё, какая... А они консервированные не полезные разве? Мне кажется, не особо. Но свежие... Слушай, а я почему-то все время думал, что оливки даже консервированные полезные. Да? Я не знаю, сомневаюсь. Слушай, ну что-то надо, это надо узнать. Я бы в комментариях напишу. Я вот за то, чтобы они свежие овощи ели. Вот это полезно. Не, ну опять же, а где мы возьмем свежие оливки в наших-то краях? Ну, оливки-то понятно. Я про вообще другие. А что, кроме оливок? Овощей нет больше. Ой, кукурузу. Ложу. Лёша, ты будешь котлетку? На. Можешь попробовать, гулять. Да, кому котлетку подкинуть? Дети. Ты же салат съел? Или ты мне вот сюда бросил? Да. Съел? Да. Мама не контролирует салат в своей тарелке. Папа, когда у папы будет смотреть видео, он посмотрит. Вот посмотрит. Ты наелся. Как наелся? Вот так наелся. Ну, молодец, все равно хорошо покушал. Ну, давай, приползай. Мы наложим. Дай нам покушать, спасибо. Пойди пока. Двигайся. Далее, Денис. Мне очень двигайся. Хорошо здесь. Не хочу. Ну, Даша подвинулась, стало честно. Нет, когда мне понравились, кстати, надо готовить такие. Знаешь, что я вот, кстати, подумал? Давно я на пару не готовил. Да. Почему? Я со шпунками. Давно я не готовил котлеты на пару. У нас есть говядина? Я хочу плов сделать. Есть там для плова? Ну, я понял. Немного. Плов обожаю. Я сделаю плов. А помнишь, какие рыбные котлеты делал на пару? Кстати, скоро это, сезон рыбный. Скоро будем снимать мукбанги с красной икрой. Хотите? Обожаю. Мы будем снимать стейки рыбные. Стейки, бутерброды с красной икрой. Помните, в том году снимали? Я обожаю икру вообще. Я тоже люблю. Уже летнюю продают. Купи. С горбушей, да? Даша, вкусные котлетки, правда? Угу. Летняя не та, не такая. Я не люблю летнюю. Она мелкая, не такая питательная, жирная, как вот осенняя. Угу. Самая вкусная, это вот осенняя, она самая крупная. Там много. Угу. Она такая крупная. Даша, будешь салатик? Третий кусок. Папа, будешь салатик? Да. Да тебе. Сегодня на экране кажется, что у меня лицо красное. В телефон смотрю, смотри, красное у меня лицо? Да. А вот сейчас так нет. Странно, мне в телефон передает, что у меня это. Я тоже красненькая, чуть-чуть посмотри. Ну, это не сильно. Я вот прям как моя кофта. Интересно, почему? Не знаю. Смотри, у меня розовенькая майка и у меня чуть-чуть розовенькое лицо. Да, у меня красная майка. Может, это как за счет того, той одежды, в которой ты находишься? Ну да. Это чеснок положила, не ем. Ой, какой чеснок-то. Чеснок жгучий, кстати, очень. Очень сильно жгучий. Буквально лизнешь его, уже все горит. Наблюдение. Да, лук лизнешь, ничего не полезет.
Ты что, без шкурки ешь, как Паша? А, они всякие разные, что попадется. В общем, вкусно мы сегодня покушаем. Угу. Давно кукурузу не ели. Угу. У меня такая сладкая. Оливки наливай. Оливки тоже люблю. Что-то я удивлен, ты еще до сих пор чеснок не съела? Ну ты даешь, мама. Ну, что-то я, да. Ты раньше чеснок ела прям, ух. Он сильно прям это. Что горит? Кушай, кушай. Все микробы вылетят. Угу. Весь коронавирус выйдет. Да. Вот у меня чуть-чуть сопиток. Вот сейчас я лук ем. Самое главное правило за столом? Какое правило? Не торопиться. Что там? Не торопиться? И пищу всю, что делать? Пищу, что делать, когда кушаешь? Лук жжет сильно. Ты что съела? Лук. Лук жжет так сильно. Пищу прожевывать. Тщательно. Тщательно прожевывать. До кашицы. Да? Да. Мы кушаем. Покушаем потом. Пожалуйста. Ну, всем да. Спасибо. Всем пока. Я надеюсь. Можно быть? Можно, пожалуйста. А ты бы могла это, за мной проскочить? Так что пролазит, как уже есть. Он пришел уже с этой стороны. Подождите, идите, дайте докушать нам, пожалуйста, пока. С мамой. Паша, пап, а можно положим? Конечно, можно. Ну-ка, подожди. Сейчас мы поедим и достанем вам. Ну, мам, можно и пап. Мама-то разрешила. Мама разрешила. Сейчас мы поедим и достанем вам. Я устала. Ой. Ну что, папа, наелся? Да, я больше не хочу. Не ты бы вот котлетку бы доела. Не, я тоже не хочу, я вот кусочек. Надо что-то наедаться. Да. Не стоит. Темнеть начало, да, быстро? Да, это все подходит к концу. О, у нас сердце. На улице уже так быстро темнеет, на глазах. Ого! Леша кукурузу мечет. Давай последнюю тебе вот. Партию. Она же такая сладенькая. Мне нравится. Хорошо, что мелкая. Это резать не надо, не подавится. Ну да. Ну что, дорогие друзья, вот видите, риса, казалось бы, мало, вы сейчас будете писать, а еще остался. Поэтому я не стала много, чтобы 5 дней стоял. А завтра. Овощи заменили, в принципе, рис. Да, поэтому много не стала набодяживать. Еще и в итоге осталось. Угу. Ну что, дорогие наши друзья, всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии, дорогие наши. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.